Самые современные мусоровозы с самым экологически чистым топливом. Так сегодня говорят о новой коммунальной технике, которая начала работать в Сочи. Пока метановые мусоровозы для города в новинку. Однако в том, что приобретение окажется удачным, сомневаться не приходится. Специалисты компании по сбору и вывозу мусора «Профи-сервис», которая с 1 января работает в Сочи вместо «Саха», уже оценили все преимущества таких КАМАЗов. Экологические выбросы в атмосферу практически не поступают, так как газ сгорает полностью. Вот. Данные автомобили более маневренные, так как они имеют маленький размер и могут проехать в труднодоступные улочки, где у нас расположены контейнерные площадки. Тем самым мы можем добраться до тех мест, куда не может доехать большой автомобиль. Для Сочи, где масса узких улиц, такой мусоровоз действительно спасение. И его габариты – это первое преимущество. Второе – экологичность, что немаловажно для города-курорта. Объем вредных выбросов двигателя при работе на метане сокращается в 2-3 раза, а задымленность – аж в 9. К слову, новая техника работает гораздо тише, чем дизельные аналоги. Так что ночью работающие мусоровозы не потревожат жителей спальных районов. 11 газовых мусоровозов – это не единственная техника компании подрядчика. У предприятия «Профи-сервис», которое является сочинским подрядчиком регионального оператора «Крайжилкомресурс», 90 автомобилей. Мусоровозы доезжают до каждой из 3500 контейнерных площадок Сочи. А к лету парк спецтехники и вовсе обновится на 100%. На данный момент мы полностью стабилизировались. Вот. На данный момент формируется абонентская база полностью, которая нами охвачена. Сейчас вводится новая программа АИС-отходы, которая будет полностью автоматизирована и будет нам формировать сама маршруты по городу Сочи. Тем самым мы охватим большую часть города наименьшим количеством транспорта. Напомню, с начала года сбор и вывоз мусора обеспечивает региональный оператор компания «Крайжилкомресурс». Тендер на уборку мусора в Сочи выиграла компания «Профи-сервис». Она занимается как сбором, так и транспортировкой отходов на полигоны в край. А в течение полугода региональный оператор планирует наладить в Сочи и переработку отходов. На территории бывшего завода ТСМ, что на улице Транспортной, начнется строительство современной мусоросортирующей станции. На ней будет производиться автоматический отбор органики. За счет сортировки и компостирования на полигон в Белореченске будет вывозиться на 40% меньше мусора. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.